Добрый вечер, дорогие зрители. Я бы очень хотел пригласить вас к просмотру спектакля «Постскриптум» по пьесе французского драматурга Жана Поля Сартра. Называется в оригинале, может быть, кто-то из вас читал или знает это произведение, называется «С закрытыми дверями» или «Взаперти». Переводы есть разные. Но в постановке театра-студии «Грань» спектакль называется «Постскриптум». Это непростой спектакль, но очень интересный. О многих базовых ценностях и вещах, которые в жизни человека происходят. Что такое раскаяние? И стоит ли человеку, наверное, любить или не любить? И для чего мы живем? Собственно говоря, многое искусство и все искусство связано с пониманием жизни человеческой и во что все это превратится. Но вот во что это превратится в спектакле театра-студии «Грань» было бы хорошо, если бы вы посмотрели. Спектакль был поставлен в 2014 году и вошел в лонг-лист фестиваля национальной театральной премии «Золотая маска». И единственная телеверсия, которая существует и которую сделал не так давно, это телеканал ГИС. Я очень им благодарен, что предоставили такую возможность этот спектакль увидеть вам, уважаемые зрители. Спектакль идет час 20, но действительно вещи, о которых там говорится, очень ценные. И последнее, что бы хотел сказать, что в спектакле заняты 4 актера, ведущие актеры театра-студии «Грань». Это Юлия Бакурадзе, Даниил Богомолов, Любовь Тювилина и Сергей Поздняков. Я желаю вам хорошего интеллектуального вечера.